27 июня состоялось торжественное открытие обновленного Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. На мероприятии присутствовал Рустам Миниханов, раис Республики Татарстан, также министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, Ильсур Медшин, мэр города Казань, и Ленар Сафин, ректор Казанского федерального университета. В центре для учителей из разных регионов профессора Казанского федерального университета проводят мастер-классы для повышения квалификации. Ежегодно переподготовку проходит порядка 8 тысяч педагогов. Центр создан в 2020 году в рамках национального проекта образования на площадке Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования КФУ. Такой центр повышения квалификации работников образования, университет получает возможность прямо влиять на качество общего образования, то есть на будущих абитуриентов через учителей. Чем выше квалификация учителя, чем он лучше подготовлен, тем больших образовательных результатов могут достигнуть школьники, которые идут к нам на учебу. Мы обучаем учителей, например, математики с помощью Института механики и математики, учителей физики с помощью Института физики и так далее. Все институты имеют возможность принять участие в повышении квалификации учителей. Для плодотворной и комфортной работы центра был проведен ремонт, в ходе которого в центре переподготовки работников в сфере образования появилось 14 просторных аудиторий и 28 уютных комнат. По словам преподавателей, уже прошедших переподготовку в центре, такое учреждение может улучшить качество работы учителей. Нужно непременно узнавать что-то новое. Для меня были и какие-то тоже сегодня новые взгляды на приборы по естественно-научной грамотности, поскольку я физика, а тут было и с позиции химии, биологии какие-то новые тоже узнаю, и интересно дальше узнавать, развиваться. Отметим, что Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования – первый и единственный в Российской Федерации научно-методический центр, направленный на повышение качества работы преподавателей школьного и дошкольного образования. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.